Сегодня в Чувашии большой спортивный день. В Чебоксарах открылся Ледовый дворец. Жители республики путем интернет-голосования дали ему название «Чебоксары-арена». В эти минуты продолжается ледовое шоу «Алиса в стране чудес». Национальное телевидение Чувашии вело прямую трансляцию с торжественного открытия Ледового дворца. Многое в торжественной церемонии открытия было впервые. Организаторы праздника учли все возможности большой арены. Видеоэкран, спецэффекты, особый звук. Всего были задействованы более 500 артистов и спортсменов. В театрализованной постановке участвовали шорт-трекеры, фигуристы и хоккеисты, все воспитанники местных спортшкол. Комплекс рассчитан на 7500 зрителей. Он полностью соответствует требованиям континентальной хоккейной лиги. В открытии дворца приняли участие глава Чувашии и гости. Рад приветствовать вас на открытии данного прекрасного ледового дворца «Чебоксары-арена». Очевидно, мечта жителей Чувашской республики сбывается. Данный дворец предназначен для вас. Через мгновение наши почетные гости официально откроют Ледовый дворец «Чебоксары-арена». Дамы и господа, Ледовый дворец «Чебоксары-арена» торжественно объявляется открытым!